Пять лет назад, в марте 2014 года, состоялся исторический референдум в Крыму. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к Российской Федерации. К этому приурочена всероссийская акция «Крымская весна». Мероприятия проходят по всей России, в том числе и в Десногорске. Такое событие в городе решили отметить праздничным концертом. День воссоединения олицетворяет единство многонационального народа, общность исторических традиций и ценностей. Крымская весна вдохнула в нас уверенность. Наш патриотизм жил, живет и будет жить. Программа концерта была представлена яркими выступлениями самодеятельных коллективов города. Выступления детских ансамблей сменялись более взрослыми артистами. Участие в вечере приняли танцевальные и вокальные коллективы «Калибри», «Каприз», «Ивушки» и другие. Независимо от выбранного жанра, каждый номер был артистичным и запоминающимся. Концерт замечательный, коллективы тоже. Я в восторге. На самом деле я очень люблю посещать такие мероприятия. Это очень важное событие. Мы очень рады, что Крым присоединился и вернулся в Россию. Такие мероприятия – это не только яркое городское событие, но и важный вклад в воспитание патриотического духа. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.